Во страхом Божьим и верою приступите. Благослови меня, имя Господне, Бог Господь и Елисея. Верую, Господи, исповедую, как Ты есть воистину Христос, Сын Бога, живаго, пречедаемый мою грешность, спасти, ты же первый есть мазащий верую, ты сей самое пречистое тело, самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй меня, прости мне вся прегрешение мое, вольное и невольное, за словом, между делом, между видим и невидимым. Из подобия осужденно причаститься, причистой Твои таинств, в особении грехов моих в жизни вечно. Аминь. Вечер Твоя тайна, не Сыне Божий, причастник, а мя, прими небо врагом Твоим тайну, полемнил от знания Тебе бедам, яко Иуда, но-ка разбойник, исповедайте, помяни имя Господа во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение будет мне причащение, причистой Твои тайны, новое исцеление души и тела. Аминь. Пречистое тело и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается на Божьем Варвару. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Твоим божественным, бессмертным и животворящим даром.
Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Спаси, все сами себя друг другу и животных, Христу Богу предадим. Тебе, Господи, и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. О имени Господня, Господи, помилуй. Благословляй, благословляйся тебя, Господи, освящай на тебя уповающие, спаси люди твои, благослови достояние твое. Исполнение церкви твоей, сохрани святи любящие благолепие дома твоего. Ты тех воспрославил божественной силы, не оставил нас уповающих на тебя. Мир мира и твоему дару церквам, твоим священникам, всем людям твоим, ко всякое дание блага и всяк дар совершенства выше есть. Сходя и тебе, Отца, свет, тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков.
Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных богоносных отец наших и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого и святителя Григория Дикополита, его же память ныне совершаем, святых праведный Бог Отец Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоуста. Идущий